Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Я уже рассказал, что приличных, но при этом смешных анекдотов, увы, маловато будет. Но я как-то решил систематизировать мою коллекцию афоризмов и цитат. Начал разбивать их по темам, типа афоризмы и цитаты о любви, афоризмы и цитаты о деньгах, ну и так далее. Правда, должен признаться, что я так эту работу и не закончил. Но в ее процессе я обнаружил одну очень интересную вещь. Смешных и приличных юмористических афоризмов и цитат куда больше, чем смешных и приличных анекдотов. Их оказалось вообще больше всего. Конечно, ничем всех остальных вместе взятых афоризмов и цитат. Но эта тематическая подборка оказалась самой большой. Но вначале я все равно не придал этому значения, поскольку их все равно, скажем так, было меньше, чем хотелось бы. Но однажды мне в голову забрела вот какая мысль. А почему бы не поискать подборки юмористических афоризмов и цитат в интернете? Уже говорил, записывать афоризмы и цитаты я начал еще в школе. Когда наступила эпоха интернета, я вначале начал делиться этой своей коллекцией на форумах. И должен сказать, меня поняли не сразу. Довольно долго. Тему афоризма и цитаты я открывал на очередном форуме один и потом довольно долго вел ее один. Правда, эти темы активно читали. Но потом, да, дело раскочегарилось. И афоризмы и цитаты начали активно дополнять и другие форумчане. А дальше я с изумлением обнаружил, что тема афоризмы и цитаты появилась практически на всех форумах. И понятно, все эти темы активно жили и процветали и близко, без моего участия. А потом вдруг появились целые сайты афоризмов и цитат. В общем, у этой жизни не отнять одного. Она умеет удивить. И вот недавно мне в голову забрела такая мысль. А что будет, если ввести в Google запрос «юмористические афоризмы»? Ввел. И обнаружил целые горы подборок таких афоризмов и цитат. И закономерность, выявленная мною в ходе работы над своей коллекцией афоризмов и цитат, в интернете тоже сохранилась полностью. Действительно смешных, но при этом приличных юмористических афоризмов и цитат и в интернете намного больше, чем действительно смешных, но при этом приличных анекдотов. В общем, думаю, будет правильно, если я начну с ними знакомить вас, наши уважаемые подписчики, читатели и зрители. Источник вроде обнаружен, и источник, похоже, неисчерпаемый. Впрочем, здесь есть подводный камень. Надзен считает, что таких публикаций должно быть немного. Это отражено в их правилах. Основу канала должен составлять все же, как это сегодня по-русски называется, авторский контент. Но иногда, думаю, тем не менее, такие публикации будут у нас очень даже в тему. Ну и давайте начнем. Вначале юмористическая цитата в виде картинки. Ну и приступаю. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Из всей печатной продукции наибольшей популярностью пользуются деньги. Он решил не отрываться от коллектива и оторвался вместе с коллективом. Ему так везло, будто он нашел подкову от слона. От смеха еще никто не умирал, помимо тех, кто пошутил неудачно. Человек человеку друг, товарищ и брат. Ты понял, скотина? Если ты споришь с идиотом, то вероятнее всего в это время этим же занимается и он. А сейчас в нашем ресторане белый ужин. Дамы угощают кавалеров. Новая акция от роддома. Роди двойню и получи третьего в подарок. Плох тот юж, который не мечтает стать противотанковым. МТС. Новый тариф ШИЗА. Позвони себе сам. Вашими устами да помолчать. Хорошо быть смелым, но страшно. Береги ее, как зеницу. О как! Большому кораблю большая торпеда. Бороться, искать, найти и перепрятать. Будете проходить мимо? Проходите. Одна капля никотина убивает лошадь, а одна капля героина заставляет ее чесать нос копытом. Отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга. Это наша недоработка. Предположительно, Дзержинский. Если взять цветной бумаги, ручку, ножницы и клей, и немножечко отваги, можно сделать 100 рублей. Ну и небольшая
тематическая подборка юмористических афоризмов. 10 самых почетных наград. Медаль «За скромность на пожаре». Значок «Ветеран Броуновского движения». Медаль «20 лет псу под хвост». Юбилейная. Значок «Бойцу с кровопийцами». За убийство 10 тысяч более комаров. Медаль 7 футов. Носится под килем. Медаль «За взятие с поличным». Медаль «За взятие себя в руки». Медали «За взятие из возвращения в целости и сохранности». Носятся пары. Значок «Многократный победитель простуды». Медаль «За здорово живешь». Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, увидите в подсказке и на конечных заставках.